Здравствуйте, Education Marine. Меня зовут Дмитрий. Я старший помощник, работал на разном типе судов и около 20 лет в морской отрасли. В первую очередь я хочу поздравить весь ваш проект с юбилеем. Хочу пожелать вам успехов, развития и всегда оставаться на таком же профессиональном уровне, на котором вы находитесь. И всегда также быть позитивными и приятно общаться с клиентами, как вы это делаете. Всем добрый вечер, кто присутствует на платформе Education Marine. Дмитрия Пархоменко и его команда я поздравляю с юбилеем, с этой знаменательной датой, 5 лет, это большой срок. Его команда очень сильно трудилась. Меня зовут Артем, мне 25 лет, и я являюсь старшим помощником капитана. Сейчас я нахожусь на Палкере, Хэндисайсе, уже 2 месяца в новой для себя должности. Всем доброго времени суток, меня зовут Юрий, работаю в должности старшего помощника капитана на контейнерном флоте. На данный момент я нахожусь, так сказать, в преддверии на капитанскую должность, и выход этого курса как-никак оказался кстати. С вашими курсами я познакомился около 2 лет назад, и, в принципе, сейчас успешно пользуюсь ими. Просто хочу сказать одно. Тут, в принципе, все кратко зависит от самой личности. Если человеку интересно развиваться, если ему интересен внутренний рост, там, в принципе, в нашей сфере это может быть смена флота, это может быть познание каких-то новых аспектов, каких-то новых тем. Даже могу сказать, что вот, например, мне нравится, я даже брал некоторые курсы для механиков, хотя являюсь судоводителем, просто потому что информация, изложенная в ваших курсах, она дается на таком уровне, что из других источников я просто ее не почерпну, а так я, в принципе, смогу сформировать, получить знания, сформировать оценку совсем на другом типе флота. Благодаря вашим курсам я закрепился в должности второго помощника, не имея никакого отношения к морю. Ну, так сложилось, я сделал документы, нужно было что-то делать. И в этот момент я каким-то чудом познакомился с Дмитрием, приобрел у него его первый курс. И этот курс помог мне стать вторым помощником, добиться уважения капитанов. И сегодня в этой должности я чувствую себя уверенно и без всяких проблем. Также эти курсы мне помогают подняться на ступеньку выше, так как в ближайшем будущем я получу документ старшего помощника на танкерах. Я уже, будем так говорить, изучил всю информацию, которая доступна на платформе для того, чтобы стать вторым помощником на танкерах. Мое знакомство с площадкой Education Marine началось в 2021 году, в июне, когда я, будучи матросом 2 класса, открыл для себя где-то в Телеграме из реклам курс Promotion 5.0. Изучив его, я понял, что готов стать уже третьим помощником. Тогда в августе я и пошел в свой первый контракт третьим помощником. Дальше, находясь на различных судах, на различных должностях, я докупал эти курсы, разные курсы, и обретал уверенность, которая постепенно переросла в то, что я стал вторым помощником. А в 2023 году я купил себе курс Chief Officer подготовка к должности, который открыл для меня, скажем так, перспективы в новое окошко стать старшим помощником. Наблюдаю за развитием платформы Education Marine примерно с конца 2020 года. И в целом очень доволен проектом. Грамотно и целенаправленно подобран материал. На нынешний день, я думаю, каждый, начиная с кадета и заканчивая капитаном и старшим механиком, может найти тут кладь полезного по интересующей его тематике, отобранной очень кратко, доступно и целенаправленно изложенной информацией. Что хотелось бы еще сказать? Преимущество, в принципе, ваших курсов в том, что информация, которая дается, это опыт. Тот, который, в принципе, раньше только спрашиваниями, да, то есть кто-то как-то где-то делился. А здесь квалифицированные специалисты делятся этим бесценным опытом, и что самое главное, что тоже самое важное, информация подается очень красиво и систематизированно. Этой информацией можно будет пользоваться, в принципе, в будущем. То есть нормальным и без курсов эту информацию тоже можно получить, но нужно будет пересмотреть множество книг, мануалов, инструкций. Поэтому это очень сохраняет время, хочу так сказать. Что мне нравится, вот, в принципе, могу сказать, наверное, за последнее время, что вы расширяете базу, расширяете различные темы и покрываете, ну, много всего нового. То есть у вас появляется тоже много различных новых спикеров, в принципе, которые на таком же высоком уровне дают информацию. Последнее, хочу заметить, что вот понравились курсы по MLC, по отношению экипажа, это очень вот здорово было, и по переходу на береговые должности. Это, в принципе, не как курс был, но вы затрагиваете эту тему, это тоже очень актуально. На вашей платформе было много спикеров, которые доступно объясняли то, что нужно знать на судах. Дмитрия Пархоменко я знаю с начала его карьеры. Хочу пожелать всего самого наилучшего развития
чтобы все у вас получалось, чтобы спикеры присоединялись к вам. И самое главное, лучшие, которые могут доступно объяснить информацию всем, кто смотрит бесплатные вебинары. Желаю всем приобрести курсы, так как это вам поможет добиться успехов, причем без всяких проблем. Главное смотреть внимательно, ничего не пропускать. Главное не вешать нос, и все у нас будет хорошо. Все мы будем умны. Знания, которые я получаю на платформе, это более чем, и никто на судне вам не преподнесет информацию более доступно, чем платформа Education Marine, потому как те, кто был на судах, они знают, что у всех не хватает времени, тем более чему-то вас учить. Поэтому учитесь, просвещайтесь, катов, восходов, у каждого своя должность. И главное, что все курсы, которые вы приобретаете, помогут вам быстро, уверенно и четко расти в своей карьере. И вы будете знать даже больше, чем какой-то опытный капитан, который будет вам задавать вопросы, а вы без труда сможете ему ответить на любой вопрос. Каждый раз собираюсь в новый контракт. Неважно, была это новая должность или нет. Меня одолевали сомнения, а хватит ли у меня компетенции, соответствуя запросам начальства в этот раз. В современном мире есть масса вопросов, ответы на которые могут быть в крайне разных формулировках. Часто не просто сложно попасть в ответ, который хочет услышать интервьюер, капитан, а еще и правильно его изложить. Проект Education Marine упразднил большинство моих переживаний в этой области путем очень точной подачи материала. Невероятная команда постоянно опережает потребности в необходимых знаниях для работы на судах. С материалами от проекта, с живыми чатами, а также персональным подходом от менеджеров работать в своей должности намного легче, а изучать новое проще. Мне нравится проект Education Marine тем, что они подают информацию очень открыто, очень доступно. Но еще отдельно нужно отметить работу менеджера, в частности Галины, которая постоянно отвечает на любые поставленные вопросы и на связи в любое время суток. За это отдельный плюс. Ну и также Артуру Соколову, спикеру, который неоднократно меня уже выручал и подсказывал, как опытный коллега, начинающему коллегу по ряду каких-то вопросов. На днях мной был приобретен мой очередной курс у образовательной платформы Education Marine Ships Handling. На сегодняшний день, если быть точным, обладаю в районе 23 курсов этой платформы. Поэтому, когда мне предложили написать видеоотзыв ко дню юбилея, я, недолго думая, дал согласие. Не могу пока сказать много за последний приобретенный мой курс Ships Handling, так как просмотрел всего 3 урока, но точно могу сказать, что начало очень толковое и многообещающее, как, в принципе, и все предыдущие курсы Артура Соколова. Я думаю, в конечном счете я таки отпишу 100% положительный отзыв. Со своей стороны, так как я в должности старпома, хотелось бы, наверное, побольше какой-то информации, каких-то курсов для капитанов. Я тоже понимаю, что в частности, когда уже станешь капитаном, будет какое-то свое формирование. Но вот именно, наверное, какие-то управленческие моменты, более какие-то расширенные, они покрываются в отдельности в курсах. Но вот хотелось бы, ну, в частности, например, интересно был бы капитан на газовозе. Имея возможность, хочу поблагодарить создателя платформы Дмитрия Пархоменко, а также замечательных спикеров этой платформы Александра Сергеевича Капитонова, Артема Панченко, Артура Соколова за проделанные ими труды по созданию таких курсов, как Master on Bulk Carrier, Practical Course, Master on Containership, подготовка к интервью капитана на сухогрузном флоте, Chief Officer Complete курс. И также все курсы созданы Артуром Соколовым для подготовки к должности старшего помощника капитана. Все вот эти перечисленные курсы были мною прослушаны, из которых я почерпнул очень много полезной информации для своей профессии. Естественно, что очень поспособствовало в моем профессиональном развитии. Финальное слово хотел бы поблагодарить ваших организаторов, ваше руководство за ту работу, которую вы проделываете, за то, что вы делаете. Вы большие молодцы. Огромная благодарность вашим спикерам, то есть нашим коллегам. Ребята тоже умнички, люди разные, есть с разным отношением, но в своем большинстве эта информация преподносится очень на высоком уровне, на высоком профессиональном уровне и очень доступная к восприятию. Большая благодарность тоже IT-департаменту, отделу в том плане, что вы молодцы, вы мониторите сайт, и он, ну как бы, не страдает.
старая информация, все у вас обновляется. То же самое я хотел бы поблагодарить ваших девочек, которые ведут, могу сказать, клиентская поддержка, да, которые всегда дают обратную связь, с которыми можно приятно общаться, они могут спрашивать самих спикеров, там, например, о каких-то курсах, не просто именно ревью курса. Вы большие молодцы. А в свою очередь, если будем продолжать развиваться, будем внутренне расти, всегда будет желание становиться профессиональнее, вы всегда будете актуальны. Мы с огромным, я в частности, с огромным удовольствием буду пользоваться вашими услугами, буду приобретать курсы, повышать уровень информации и рекомендовать вас другим коллегам и другим ребятам. Всего хорошего, спасибо. Всего вам наилучшего. Мне приятно делать эти поздравления, потому как, ну, если бы не ваша команда, я думаю, мои бы знания были бы гораздо хуже, чем они есть на сегодняшний день. Я думаю, что дальше все будет только лучше. Всего наилучшего. В честь юбилея хочется сказать спасибо всем и каждому сотруднику проекта. Вы делаете то, что облегчает и улучшает работу и навыки моряков. Я верю, что Education Marine будет развиваться и дальше, удивляя и поддерживая каждого своего участника. Поздравляю. Хочется пожелать, конечно же, проекту Education Marine это больше новых участников, которые впоследствии, как и я, как и сотня других людей, если не тысяча даже, станут новыми помощниками. Я надеюсь, будут только расти в должностях и показывать высокую квалификацию наших украинских, ну и других моряков из стран СНГ. А так, большое вам спасибо, конечно же, поздравляю команду Education Marine с юбилеем и, как говорится, всего-всего самого наилучшего и самой светлой дороги вам впереди. Поэтому я желаю платформе Education Marine всегда быть на плаву, идти в ногу со временем, радовать и помогать заинтересованным людям новыми полезными курсами. Поздравляю с юбилеем, с наилучшими пожеланиями. Спасибо.